Краевые наркополицейские сегодня предупредили о новом наркотике, который появился в России и активно распространяется по территории страны. С виду это обычная жевательная резинка, на которой носится наркотическое вещество. По своему действию она напоминает спайсы. Опасную жвачку уже находили в Московской, Калужской, Липецкой областях и в Татарстане. Недавно появилась информация, что наркотик попал и в Красноярский край. Но это не подтвердилось. Тем не менее, специалисты ведут профилактическую работу, в том числе и в школах. К примеру, с прошлого года во всех образовательных учреждениях края проводятся социально-психологические тестирования учеников и медицинские осмотры. В 2015 году их прошли более 62 тысяч детей. Как говорят специалисты, такие меры позволяют вовремя выявить у школьников склонность к наркотической зависимости. Кроме этого, в прошлом году заблокировали около 200 интернет-сайтов, через которые распространялись запрещенные вещества. Также эксперты отдали советы, как уберечь ребенка от наркотиков. Больше внимания к школам, то есть чтобы директора больше внимания уделяли, чтобы там охранники смотрели, в каком состоянии заходит ребенок, выходит, что творится возле крыльца, то есть там в туалетах, в коридорах, что не просто так сидеть люди должны. То есть, соответственно, ну и родительские комитеты там должны заниматься этим вопросом. То есть дома, на учебе, тренировки, все различные кружки, секции, как я и говорил, у ребенка не должно быть свободного времени. То есть он должен быть максимально под присмотром, если не родители, то педагогов различных и тренеров.